Первое республиканское ФМ-радио «Голос Азии» подарит 5 мобильных телефонов марки iPhone 8 счастливчикам, победившим в конкурсе «Сонгукчо», что с тувинского означает «избиратель». Конкурс начался сегодня, 18 марта. По его условиям участникам предлагают сделать фото на специальном баннере, которые будут установлены почти на всех избирательных участках. Фотографию необходимо опубликовать в социальной сети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегом «Сонгукчо». Важно сделать это до 20 марта. После все фотографии соберут на сайте www.songukcho.rf, где начнется голосование. Авторы 5 фотографий, набравших наибольшее количество голосов, получат заветные телефоны. Радиостанция «Голос Азии» объявляет фотоконкурс «Сонгукчо» открытым. Сегодня прими участие в выборах и получи шанс выиграть приз iPhone 8. Приди, проголосуй, сделай фото на фоне специального баннера и успей до 20 марта запостить фото на страницу ВКонтакте или в Инстаграм с хэштегом «Сонгукчо». Если твое фото наберет наибольшее количество лайков, получи приз. Итоги конкурса 22 марта на сайте www.songukcho.rf. Один из 5 айфонов может стать твоим. Итоги конкурса будут подведены 25 марта на сайте www.songukcho.rf. Следить за новостями конкурса можно в группе радиостанции ВКонтакте «Радио Тувы Голос Азии», в эфире радио на 102.5 FM в Кызыле, а также в сети интернет на сайте голос.эйша.